Работа по газификации города Темиртау снова отложена. Об этом в прямом эфире сообщил аким Темиртау Кайрат Бегимов. Отметим, что прокладка природного газопровода в городе началась еще в прошлом году. В сентябре текущего года подрядная организация «Алия Сервис» завершила работы. Однако тариф на природное топливо пока не утвержден. В этом году подключения газа не будет. У нас по старому городу 570 домам частного сектора подведены, сказал провод, но на следующий год будет решен вопрос по тарифу, после этого будет подключение. В этом году подключения газа не будет. В следующем году планируется начало строительства второго пускового комплекса с подключением 1031 индивидуального жилого дома в районе соцгорода. Газификация оставшихся потребителей Темиртау будет произведена поэтапно до 2025 года. Анастасия Граф, Маргарита Ущиповская, Новости Темиртау.